Тайвань готовится к очередной атаке стихии. На смену одному тайфуну идет другое. Малакас с опаской ждут на острове. Порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 180 км в час. Под удар попадут северные и восточные регионы острова. Власти уже провели там частичную эвакуацию. В некоторых городах закрыты офисы и школы. Следующий на очереди континентальный Китай. Там так же, как и на Тайване, еще не отправились от удара тайфуна Миранти. Из-за него в регионе погибли 15 человек. 到市区的秦琪家黑河打包